Друзья, вот и наконец-то вор. Сейчас мы ему, как и обещал. Вот он. Ты ж вот это хотел украсть. Вот, смотри. Вот это хотел украсть. Ну скажи что-нибудь. Что тебе сказать? Ну вот этот жезл ты хотел украсть. Нет, не хотел ничего украсть. Ты, это не ты был на видео? Я ничего не хотел украсть, Вадик. Жезл ты от двери хотел оторвать. От какой двери, Вадик? У меня есть видео, где ты есть попытка украсть жезл. Вот этот жезл можешь взять? Это тебе передали. Зачем ему? Он мне не нужен. Мы собрали всем коллективом и передаем тебе его. Не-не, туда не ложи. Ты положи в машину, чтобы он был в машине. Хорошо. Ну, забери его, пожалуйста. Хорошо, забрал. То бишь, ты пытался украсть жезл, правильно? Нет, неправильно. То бишь, на видео то такое, неправда. А что на видео? Ну что ты пытаешься открутить жезл? Нет, я его развернул другой стороной. Что? Он закрашен был под цвет стены. То бишь ты не врешь? Конечно нет. Поклянись с детьми своими, что ты не врешь, что ты не пытался украсть жезл. Ну поклянись. Я клянусь. Что? Ты вообще в своем уме? Ты клянешься своей кровинушкой и врешь людям на камеру и говоришь, что ты пытался его поправить. Вадик, я его не поправлял. Ты его пытался украсть, правильно? Ты меня уже спрашивал об этом. Я тебе сказал, нет. Ну, а что тогда было? Ты можешь? Он просто... Это была палка, которая закрашена в цвет со стеной. Давай видео пересмотрим. Я смотрю, давай видео. Она похожа по форме, как жезл. Ага. Я ее развернул, а другой стороной... А давай, смотри... А когда мы ее разворачиваем, с другой стороны она покрашена полосатая. Послушай меня, пожалуйста. Давай видео посмотрим, и давай я тебе покажу четко, какая была в конце попытка. Я тебе могу сказать, если бы не было бы камеры, жезл был бы в любом случае открученный. Ну, может быть, и был бы открученный, а что дальше? Ты считаешь, что это полицейскому нормально? Это можно сделать? Что нормально? Что нормально? Развернуть жезл? Или украсть что? Жезл, а была почему попытка. Украсть? Почему украсть? Ну, позаимствовать. А почему позаимствовать? Ты по себе судишь или что? Что по мне судить? Я таких вещей не делаю. А почему ты считаешь, что украсть или позаимствовать? Почему ты считаешь, что я хотел украсть или позаимствовать? А что это, по-твоему, называлось? Поправить? Нет, не поправить. Давай мне посмотрим. Было любопытно, что это такое. Друзья, наконец-то мы нашли этого вора, подонка. Сейчас ему покажем видео. А что ты мне там будешь показывать? Что? Не видел его, что? А жена твоя увидела? Родственники твои видели это видео хоть? Ну и что там на том видео? Что там такого можно увидеть? Что там такое, Сережа? Что ты там смотришь? Что? А что там такое? Я ж не знаю. А что там? А что там такое? Ярик, бачок потик. Ремонтируй. Ярик, бачок потик. Ты, наверное, не выспался сегодня, да? Или не ложился еще? Ты хочешь до меня доколупаться? Ну, я просто констатирую. Ну, ты хочешь до меня доколупаться? Я не тебя искал. Ты проезжал. Я искал Ярика. А зачем меня искать? Понимаешь? Меня интересует Ярослав, который ворует жезл. Который ворует жезл. Давай вместе смотреть видео. Давай вместе смотреть видео. Да я увидел, что там смотреть. Ну так ты мне покажи, где ты его хотел поправить. Вот покажи на видео. Я тебе говорю, что я его хотел поправить.
Ты мне только что сказал, я его хотел поправить. Я думал, то палка я какая-то. Я тебе не говорил, что я его хотел поправить. Я сейчас, смотри, я его, когда буду я видео людей просить монтировать. Да, монтировать. Я вот это еще раз хорошо, ставлю. Хорошо, вот ты посмотри, проверишь, что я тебе сказал. А ну смотри на видео, что ты тут сейчас смотри, делаешь? Смотри, что ты там сейчас делаешь? Что, это что? Ты поправляешь? Я его разворачиваю, я тебе еще раз говорю. Это ты его разворачиваешь? А что это такое? А ну посмотри, что ну, ты еще делаешь. Что это такое? Так люди это оценят, что ты вор. Ты попытку хотел в форме совершить преступление. Какое преступление? Преступление, Вадя, ты, кражу. Ну, ты в себе. Чтобы ты понимал, какое это... Кражу? Послушай, вот это видео, это прислал мой товарищ, понимаешь? Прислал товарищ. Что? Ну что и что, кража, что товарищ? Ну, что такое кража? Ну ладно. Давайте вот вы стойте молча. Вот когда я буду с вами общаться, будем там пререкаться. Сейчас меня он интересует. Вы же правильно, вы же ненавидите, когда я к вам приезжаю, с вами общаюсь. Мне фиолетово, что-то, когда я приезжаю. Нет, вам не фиолетово. Вообще фиолетово. Ну, вам не фиолетово. Ровно фиолетово. Ладно, давай по сути, что ты хочешь? Ну. Ты в ДБРе был, что там тебе сказали? Ничего не сказали, все нормально. Все будет хорошо у тебя? Бенч, да. Ты думаешь? Знаешь. Знаешь? Да. Что будет у тебя все хорошо? Да. Ну дай бог, чтобы было у тебя все хорошо. Хорошо. Ты хоть людям передай пламенный привет, а то они соскучились. Сам без передашь. За меня. Ну передай пламенный привет. Кому? Людям. Людям, подписчикам, ёптель, моптель. Твоим подписчикам? Конечно, моим подписчикам. Ну, передавай. Можешь, тут, это кстати, твои, уже есть это подписчики. Подписчики. Слышишь? На тебе сделали нормальный Слышишь? Контент. Передай привет. Кому? Ну, людям. Ну, сам передавай, Вадик. Сейчас звонок другу сделаю. Давай. Давай. Что ты там смотришь? На Жезлсон. А? На Жезлсон. Нравится? Нет. Чё? Да это Галим. Чё Галим? Искренне. А чё он Галим? Ну, блядь, потому что он Галим. Галим, а у тебя есть лучше? Ну, конечно, есть, как ты думаешь. Покажи. Ну, что тебе было показано? Ну, покажи. Ну, что мне тебе показывать? Ну, покажи. Ну, что мне тебе показывать, Валик? Вопрос есть еще какие-нибудь? Там у меня еще много вопросов. Ну давай, я поехал. Ля, ебать, в натуре забрал. Ты хотел все-таки жезл. Задавай вопрос. Ты хотел жезл. Ты же хотел его вручить, ты вручил. Ты хотел жезл. Ты же хотел вручить. Послушай, ну езжайте с Богом. Ну вот, ну езжайте. Я общаюсь с одним мудозвоном, понимаешь? Когда мы общались с одним мудозвоном. Нет, ты стоял и дальше продолжал общаться, ты правильно? Куда ты? Стой, стой. Куда ты едешь? Сережа, тебе что, мало ДТП или что? У тебя есть еще вопросы ко мне? Да у меня куча к тебе вопросов. Давай, задавай, что ты стоишь? Ты что до людей, это, доколупывайся? Работа такая. Да у тебя, не, ну, у тебя как бы не та работа, еще понимаешь? Еще есть. Да, ты на крысу так и не прекратил писать постановление. Это не уезжай. Утверждение или вопрос? Это утверждение. Ну, а вопрос есть у тебя еще ко мне? Да. Давай, задавай. Игорь, поехали. Так я за вами все равно поеду. Ни о чем, слушай. Ну, едь, ради бога, вопросы есть у тебя поехали. Какие-то или нет? Вадик. Послушай, вор ворует Вадим. Вещи. Ты его покрываешь, Вадим, что ли, или что? Я вообще как ребенок, ей-богу. Я как ребенок да. веду? Как ребенок. Там спать, да я... хоть что-нибудь высосать, ты понимаешь? Я борец за справедливость. Это очень хорошо, но я знаю твою справедливость. Слышишь, но Вадим. Не наговаривай, ладно? Не наговаривай. Хорошо. Веди себя, будь мужиком. Аккуратно, Вадим. У меня нога просто стоит, нога я тебя стоит. Прошу. У меня нога просто Все, стоит. Отходим, да, Вадим. У меня, говорю, нога стоит. Отходи ты можешь задним сторону, колесом наехать нечаянно. Зачем? Отходи в сторону. Убирай ногу свою. Зачем? Я начинаю движение. Ну, начинай движение. Вадим, убери ногу. У меня нога онемела, ты слышишь или нет? Вадим, будь мужиком. Ну, что ты тогда Да снимаешь? Будь, пусть будет Вадим. Твой командир мужиком. Вадим. Ответит за свои слова. Включи глаза, чуть в сторону или вспышку выключи.
Я ничего не вижу. Вот так. Ну так, вот ты же светил фонариком, ничего страшного. Я тебе в глаза не светил, заметь. Но я вот опустил камеру. Вот, отлично. Все. Понимаешь, когда человек пытался украсть жезл и на камеру говорит, что он Вадим, его хотел поправить. Я тебе скажу, это... ты одно и то же, из пустого порожня льешь, пытаешься что-то себе контролировать. Так а чего, слышишь, нет, а чё ты прятался, ты когда мы тебя в первые дни искали? Стой, подожди, опусти окно, ну что ты, блядь, закрылся? Все, Вадим, давай. Да подожди, постой. До следующего раза. Да. Чёрт, блядь. Открывай, вот здесь жезл. Тут еще надо открыть. Вот жезл, смотри, положил. Багажник? Мы даже ничего не залазим, пацаны. Ай, бляха, муха. Ударился лбом. И, ну, получается, он автоматом признал, что ему нужен был жезл. Да. Понял? Да, теперь понимаю, вот кто настоящий хранитель жезлов. Положил, так он пацанов подставляет, понимаешь? Он не к себе положил машину, да, а к пацанам. Вот, совершенно верно. Ну, некрасиво поступил очередной раз Ярослав Николаевич. Что, хотели дождаться его, передать ему пламенный привет. Ну, как нету человека, ну что ж, будем продолжать его поиски, я считаю. И вот черт! Езжай уже! Еще один черт, блядь. Убери. Ваня. Куда убрать? В сторону, в глаза. Ну, во-первых, я в сторону и так повернул, ты ж видишь? Да. Ну что, друзья, вручили мы, вернее, я вручил, коллег не было, жезл этому подонку. Теперь кто увидит Куденко, помните, если он вас остановил, это вор. Он даже не поленился взять этот жезл. Получается, он признал, что он хотел украсть жезл, понимаете? Он его взял все-таки, поймите правильно. Поэтому будем дальше заниматься этим подонком. Ну а вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а